Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, продолжаем знакомиться с творчеством «Первый класс». Поехали, друзья! Красивое начало. Фортепиано, ребятки. Мне нравится, я люблю этот инструмент, ребятки. Потом уже пошла музыка такая динамичная, быстрая. Голос очень красивый, ребятки. Очень красивый голос. Звонкий, чистый. Музыка хорошая. Танцевать можно, ребятки. Немножко есть, конечно, нецензурная лексика, ребятки. Я на нее внимания не обращаю, ребятки. Я просто ее пропускаю. Вы знаете. Почему? Потому что я ее заберу. За трах-трах-трах, рот первому носу.
Так, друзья, что скажу? Музыка красивая, ну как красиво, танцевать можно, ребятки, энергично такая, знаете, плясовая, ребята, музыка, плясовая. Вот пришел в кафе, да, пляши, танцуй, как хочешь. И в присядку плясать можно, и с платочком вот так вот можно плясать, как хочешь, ребятки. Такая вот музыка, да. Голос у молодых людей красивый, конечно, звонкий, рэп читает хорошо. Ну, естественно, очень много нецензурной лексики, ребятки. Мне это не нравится, вы знаете. Я уже это не комментирую, ребятки. Комментирую голос и музыка. Голос и музыка нормально. Мне нравится, ребятки, молодцы. Танцевать, двигаться можно.